Ese niño llora, ninguna, ninguna,
Еще раз хочу поблагодарить всех, без исключения, за то, что вы пришли сегодня ко мне, несмотря ни на что, несмотря на ваши дела, на вашу занятость, на то, что сегодня и завтра был и будет рабочий день. Я очень рада, правда, я не ожидала, что вас будет так много, это так здорово, большое вам спасибо, еще раз всем. Дорогие друзья, я бы хотела вас попросить все-таки... неправильно я сказала. Я хочу вам сказать, если кому-то вдруг захочется потанцевать, не знаю, попеть, а это нужно. I don't mind. I don't mind. I'm a good girl.
Спасибо. Ой, спасибо вам большое. Хорошая погода, солнце, чистое небо, прекрасное настроение. Вы знаете, сегодня концерт, очень долго я думала на самом деле, все-таки в каком стиле выдержать мои песни, которые я сегодня стараюсь представить. Дело в том, что у меня в компьютере прям такая папка отдельная есть, там, «Я работаю» называется. И я туда все время складываю какие-нибудь песни. Когда я сажусь выбирать, у меня настолько все разбегается перед глазами, все разлетается. Все песни, я не знаю, я очень долго выбирала на сегодняшний день. Думала, либо Бразилия, либо Куба, либо там это все. В общем, все равно получилось такой некий синтез. Поэтому я не буду вдаваться в подробности, Куба это или Бразилия. Или это Россия. Дорогие друзья, сегодня это солнце, радость, море, Ялта. Я там прожила очень долгое время. И следующую вещь я бы хотела спеть для Ялты. Извините, дорогие друзья. Это моя вторая родина, профессиональная родина, где в самом деле меня научили очень многому, практически всему. И я не могу обойти эту мою вторую родину стороной никак. Поэтому следующая вещь специально звучит для моей любимой, единственной и неповторимой Ялты. Yeah.
Спасибо большое. Спасибо. Thank you.
песен. Называется она «Бусе Бусо». Она очень известная песня в Бразилии, даже в Испании ее везде поют, практически латиноамериканские страны ее все перепели. Написали ее два композитора, то есть союз композиторов, да, Антонио Карлос и Жакафи. Это союз, такой дуэт, вернее, композиторский, очень известный, очень успешный, замечательный просто дуэт. Вот одна из них, песен, «Шлягер», называется «Васе Абусо», что в переводе «вы злоупотребляли», то есть «вы злоупотребляли моей любовью». Но в принципе, в общем, я от вас ухожу и знаю, понимаю все это, я ухожу от вас совершенно спокойным сердцем и даже буду ночами спать. Собственно, вот так. Thank you.
город Тирасполь. Дорогие друзья, большое спасибо. Saben mucho.
Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Вы знаете, вот со следующей песней произошла такая история. Я специально, так как, извините, в интернете переводчики не очень мне помогли разобраться со смыслом, сама я не настолько знаю этот язык, я обратилась к моему очень хорошему другу, знакомому бразильцу, чтобы он помог мне его перевести. Оказалось, что вот это произведение, оно практически как народное. Ну, не фольклор, но, по крайней мере, его знают все абсолютно, от мала до велика в Бразилии. И даже этот текст детям в шестом приблизительно классе преподают в школе и объясняют им, значит, о чем, в чем, вернее, смысл каждой строчки практически. Но я поняла одно, что смысл здесь, в самом деле, очень такой философский, очень глубокий. То есть как мы живем, и наши все эмоции, наши все, действия, наши, вообще все наше поведение, оно должно быть не зря, должно быть, то есть даже слезы, пот, солнце, я не знаю, наши, даже день рождения, сказал Артур Назаров, оно должно быть все абсолютно не зря. То есть даже пролитые слезы, неважно по какой причине, тоже должно быть абсолютно не зря. То есть не должны мы наши дни растрачивать попусту. Вот такая следующая песня. Ребята, вы сегодня тоже не зря здесь однозначно. Вы исключили. Вы хотите быть исключением?
еще раз, дорогие друзья. Александр Радовский, Юрий Погиба, Овер Шарамов, Артур Назаров, Роман Мешков. И совершенно неожиданно появилась Ирина Савицкая. Спасибо, родная. Алексей Белов, а как же без него вообще ничего не случилось сегодня? Спасибо тебе, родная. Дорогие друзья, сейчас вы должны мне помочь. А я знаю, тут есть кому помочь. Прекрасно. Это Ребряшвили на месте, молодец. Мария Мирабова тоже, то есть вы увидите все здесь. Надо же, какое счастье. Дорогие друзья, интерактив. Знаете, буду сейчас петь эту песню, она очень красивая. Она нам очень всем нравится. Называется «На примере Штригала». Песня о том, как Бог создал этот мир. Не как, а каким. Звезда в небе, солнце, луна, которая сменяет день, ночь, море, небо. Нас с вами это создал Бог. Вот этот прекрасный мир мы все очень любим и все воспеваем. В конце будет хоровое пение, дорогие друзья. Никому не отвертеться, тем более профессионалам, а там их вон тоже, вон целая куча, я смотрю, там везде. Да, подпевают все, однозначно. А подпевать мы будем на тему припева, поэтому пока я буду петь, вы учите мелодию быстренько, потому что потом инструменталисты вам помогать не буду, только я. Договорились, спасибо большое. Yeah.
Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Мы сейчас немножко отдохнем, и после небольшого антракта мы продолжим. Знаете, вас ждет очень много сюрпризов сегодня. Всего доброго, до встречи. Спасибо. Дорогие мои любимые друзья, все, кто сегодня здесь с нами, давайте немножко мы с вами настроимся на более лирический тон. Дорогие друзья! Давайте мы с вами немножечко сейчас настроимся, вернее, нет, придадим более лирическое настроение друг другу. Потому что, знаете, так долго думала, что все-таки лучше исполнить. И очень много друзей, много исполнителей, с которыми хотелось исполнить и это, и все, прям все. Вот. В общем, я очень постаралась выбрать самые красивые песни, самые красивые произведения. И в нашем втором отделении я хочу представить моего очень-очень-очень большого друга, замечательного музыканта, великолепного композитора, педагога, артиста, музыканта с большой буквы, который дал мне в самом деле очень-очень-очень много здесь, в Москве. Он меня очень сильно поддержал. У нас с ним уже были и гастроли, и мы выступали в филармонии неоднократно. С его проектом, который основывается на стиле бразильском босанова самба. Дорогие друзья, мой любимый, надеюсь, и ваш любимый, музыкант, композитор, гитарист Александр Виницкий. Знаете, сегодня, вернее, сейчас, в данный момент, вы все являетесь свидетелями рождения, не только моего рождения, вы свидетели истинного рождения прекрасной композиции, которую я очень люблю. Это композиция Александра Виницкого, называется она «Жду тебя сегодня вечером в маленьком кафе». И текст, то есть доселе это была гитарная пьеса, замечательная, я ее люблю, она просто потрясающая. Я ее уже мечтала о ней года два как минимум. И, наконец, вчера были рождены слова на португальском языке моим большим другом Рикардо Оливейра. К сожалению, его сегодня нет, а он должен был быть. Более того, мы честно ее отрепетировали вчера вечером по скайпу. Поэтому сегодня, ну, истинное ее будет рождение, и вот как мы ее сейчас исполним, так она и пойдет. Саша, огромное спасибо, это моя любимая песня. Прошу настроиться на лирику, дорогие друзья, на любовь. Amor, me conoceré siempre más.
Александр Винницкий. Это все. Это Александр Винницкий, дорогие друзья. У него потрясающий проект. Называется он «Прекрасная любовь». Я имею огромное удовольствие, когда я работаю с Александром эти концерты. Они все дышат, они живут, они не имеют границ, они, этот проект, простите, он не имеет границ в самом деле. Он живет, он дышит, и я его обожаю, чего и вам желаю. Спасибо, Лена. Александр Винницкий. Вообще сегодня, на самом деле, я бы не хотела... Не хочу ничего про себя говорить, хочу говорить только про тех, кто пришел сегодня, кто нашел время, кто нашел настроение, кто нашел вообще возможности, силы. Это причем не только здесь выступать, а вот сидеть и слушать. Огромное всем спасибо. Сегодня столько я вижу друзей. Более того, сегодня есть люди, которых я не видела как минимум лет 25, кстати, тоже. И сегодня мы первый раз встретились. Дорогие друзья, огромное вам всем спасибо, что вы пришли. Это и мои родные, мои все мои родные земляки из моей Молдавии, из Тирасполя. Мои родные, любимые, мой Крым, моя Ялта, в которой я провела немерное количество, которая мне дала вообще все в плане творчества, которая меня научила работать, ну, по крайней мере, насколько сейчас я могу, потому что учиться нужно все-таки всю жизнь, в этом я уверена и убеждена. И в Москва. Ребята, это потрясающий город, город, который я вижу с самого-самого детства, потому что у меня есть родственники в Владимире. Я его обожаю, я обожаю вас, люди, которые выйдут сегодня к нам и к вам. Я еще про них расскажу. Я их очень люблю. Меня все очень сильно здесь поддерживают. Огромное всем спасибо. Всем спасибо. Следующий потрясающий, потрясающая исполнительница. Вы знаете, это... За кулисами громче, чем у меня тут на сцене. Артур, а ты там зачем вообще находишься? Я пробовал, это бесполезно. Это артист, музыкант. Слушай, ты столько артистов и музыкантов, ты кому рассказываешь, а? Дорогие друзья, вашему вниманию я хочу представить потрясающую исполнительницу. Это душа. На самом деле, она
человек, музыкант, который настолько поет изнутри, вот она поет просто нутром. Она нежная, она просто красавица, она... Я уже... Ну что ж такое? Правда, ребята, я ее очень сильно люблю. Это Анастасия Беляева. Потрясающая, красавица, умница, душевный музыкант. Я думаю, вы сейчас сами убедитесь. Она вам споет песню. И мне, в первую очередь, мою любимую, большое ей за это спасибо. Прошу, принимайте ее, пожалуйста. Я ее обожаю. Говорить я не умею, лучше спою. Катя, с днем рождения тебя, я тебя очень люблю. Вот тогда ты и не станешь.
принять разговор. Этот камерный театр смотрит он на мимотвор, на заклеенной афиши еле виден силуэт. Если ты чего не слышишь, кроме просто да и нет, утомленные плетели, полувзгляд полутонов, этот мир не откровенен, и, увы, давно не нов. Но однажды он восстанет и пойдет безмолвно нить, вот тогда-то и не станет тайны склеенных стран. Замечательный певец, замечательный музыкант. Все он знает, да? Но сегодня в самом деле собрались мои друзья, люди, которые меня поверили, скажем так, меня поддерживали и поддерживают. И следующий гость — это мой, да, правда, очень хороший друг теперь, слава Богу. Замечательный музыкант, замечательный певец. Человек, который... Мы с ним вообще встретились очень случайно. Совершенно случайно спели дуэт вот так, раз, на одном из концертов нашего замечательного, великолепного концертного проекта «Jazz Parking». Мы там встретились, познакомились, и вот так просто... одним щелчком спели дуэт. Совершенно, совершенно, совершенно случайно. И до этого мы друг друга не знали. А теперь знаем. И я горжусь этой дружбой. Я горжусь, что он рядом со мной. Вернее, это я рядом с ним, простите. Это я рядом с ним. Однозначно, потому что это обожаемый всеми, любимый Андрей Солод. Великолепный музыкант, великолепный друг. Встречайте его, дорогие друзья. Я хочу быть сейчас банальным, потому что вот эти банальные вещи о тебе, о прекрасном человеке, о моем любимом лучшем друге. Катя мой лучший друг, на самом деле. И прошло 2 года, это человек, за которого действительно можно спрятаться, который тебя поддержит. Не подведет никогда, вы знаете, такое редкое качество сейчас у нас. Действительно горжусь нашей дружбой с тобой. Ты любимая моя, я тебя обожаю.
Ты замечательная певица, ты великолепный музыкант, ты прекрасный человек. И как, слава Богу, что все в тебе это совместилось. С таким удовольствием пою с тобой. И так будет всегда. Мы споем сейчас песню Андрея Солода, которая называется «Ангел мой». И выбрала ее я, потому что она мне очень нравится. Большое вам за это спасибо. За эту песню. Дорогие друзья,
сейчас я приглашаю очередного гостя. Мою подругу. О, ребята, сейчас будет море энергии. Сейчас будет мисс энергия. Моя любимая, непревзойденная, замечательная. Ну, вообще, понимаете, замечательный друг, самый лучший. Вот сегодня все у меня такие, вот просто все, которые меня поддержали с самого начала, вот с самого первого взгляда просто. Поддерживали до последнего. И вот одна из них, моя любимая, Таис. Добрый вечер. Понимаете, да, смена полов? Ты специально нас так поставила, да? Андрюша лирический, я так хотела быть тенором всю жизнь. Я бас. Ну так получилось. Можно кратко, да? Этот бас мне сделала Гертруда Михайловна Троянова, величайший педагог сегодня здесь. И я счастлива, что она в твой день рождения тоже здесь. Спасибо, кто привез. Потому что... Катю верните. Потому что мы все, да, вот друг у друга учимся. Я у нашей именинницы пытаюсь научиться вот это... Просто пезо контестандо киса. Вот это вот темпо, темпо. В мой греческий рот, ну, не совсем помещается. Говорите, пока вернут нашу девочку. На самом деле, Катюнечка, моя любимая девочка, с днем рождения тебя. Я, на самом деле, желаю тебе даже больше, чем я могу пожелать себе. И я все-таки мечтаю с тобой рвануть на губу. И чтобы мы с тобой по песочку там бегали, слушали песни. И чтобы овер давай ритм, и чтобы мы вот так по песочку. А чтобы было много концертов вот таких полномасштабных. Спасибо вам, что вы так любите ее так же, как мы. Ну, а сейчас песня, которую я мечтала спеть много-много лет. Ну, как-то думаю, ну, как-нибудь спою со своими, но как... Но все, руки никак. Тут Катенька звонит и говорит, будем петь это. Я ее говорила. Она сестра, она чувствует. Поэтому песня. Так, песня. You wanted me to Я все поразил, все вспомнил. You wanted me to love me. And so how am I ever to know. Oh,
нас тайный сюрприз Катечки. Я не знаю, ее посадить куда-нибудь, что ли, в зал? Ну, припосадить. А куда бы тебя пристроить-то? Ну ты выйди, потому что сейчас будет вещать мужчина. В кои-то веки я помолчу. Дорогая Катюша, дорогие друзья. Сейчас она обойдет. Екатерина Маков цвет. Мы ждем тебя, аж сил уж нет. На самом деле это песня о друзьях Кати, которые пришли ее поддержать. Это авторская песня. Похоже, его сегодня... авторская песня. Похоже, здесь не только друзья с ним собрались, но и ангелы. Это абсолютно душевная, красивая атмосфера. Все это благодаря вам, благодаря вашим сердцам. И когда мы вместе, мы идем как короли, мы рычим как львы. Мы радуемся этой жизни и благодарны за все. Я очень рад, что Катя смогла объединить нас всех для того, чтобы быть благодарны за то, что у нас есть. Большое всем спасибо. Катюнечка, ну вот сейчас точно мы будем просить твоих друзей, любимых, слушателей нам подпевать. Там будет все очень просто, даже слов нет. Где надо подпевать, вы поймете. Стэн Гемес, меня вы уже знаете. Мы готовы, спасибо. Немножко отличается от того, что вы слышали. Можно нам чуть-чуть музыки побольше? Магнитор, смотри, пал. Thank you.
большое спасибо. Катя, большое спасибо за то, что сегодня у вас таких прекрасных друзей. Большим сердцем. В октябре у него здесь концерт, и Катя будет петь с нами. Всем большое спасибо. Живыми ребятами. Катюня, с днем рождения тебя передаем обратно, уходим. Нас нет. Все. С днем рождения! Сейчас я приглашу на сцену. Ой, вы сейчас все взорвётесь просто. Я их всех так люблю, что словарного запаса просто не хватает, как человека характеризовать. Великолепные, искренние, добрые, профессиональные, опять Артур Назаров. Вы знаете, в самом деле, когда я приехала в Москву первый раз, у меня подруга, журналистка. Я говорю, слушай, отведи меня куда-нибудь, пожалуйста, чтобы я хоть послушала живых музыкантов, кто-то как-то, где кто как играет, как кто поет. Она говорит, ща! И отвела меня на концерт вот этих музыкантов. Когда я их услышала, мне стало просто плохо. Я думаю, елки, что же это, как тут вообще? Лучше я уеду, наверное, обратно к себе. Но они меня поразили своей энергией, своей музыкой, своей искренностью. Дорогие друзья, ну все, я не знаю, что дальше говорить, потому что это Марьям и Армен Мирабовы. Сейчас, подождите, мы сейчас дойдем до всех. Дорогие друзья, официально
публично хочу сказать огромное спасибо этим двум прекрасным дамам, которые в самом деле меня взяли за руку, которые в меня поверили, которые, не знаю, у которых вот такие искренние огромные глаза, с которыми я абсолютно... Женщина стоит рядом. Ну, что в нее верить, я не понимаю, перед ней преклоняешься абсолютно. Меня поверили. Тихо. Выключите вот этот третий микрофон, пожалуйста. Вот. В общем, дорогие друзья, в самом деле, они для меня значат очень многое, эти две дамы. Я хочу абсолютно от чистого сердца... Ну, посмотри, нам так невозможно. А что ты всю серьезку такую? Я не понимаю. А я могу хоть раз при людях сказать это? Хорошо. Девочка повзрослела, день рождения сегодня. Знаете, не нервничай. Мало кто знает, что ты еще то хулиганила. Вот. Правда? Те, кто не рады, знайте. Во-вторых, я счастлива действительно быть другом большого сердца и настоящего служителя. Она служитель музыки. Сумасшедшая, какая угодно, неважно. Она фантастически добрый человек, она потрясающая, редчайший, порядочный человек. И очень, конечно, она служитель. Вот. Ура! Ура! А я буду тебя, Екатерина, ругать, потому что нельзя быть такой скромным. Да. Буду даже бить тебя буду потом за кулисами. Не буду сейчас прилюдно, а то потом меня побьют. Скромность, моя подруга говорит, прямой путь в неизвестность. Говорит и боится каждого своего слова, потому что... Ой, спасибо, что вы есть. Нам спасибо, тебе спасибо, что ты у нас есть. Екатерина Полотбаева, искупайте волосы! Плачьте, все будет хорошо. Все уже хорошо. У нас есть Катя. У музыки есть Екатерина Балагбаева. И мы ее сейчас споем. Катя споет, музыку споет. Oh,
Вы знаете, эту песню, которую сейчас мы исполним с Арменом Мирабовым, я узнала, как ни странно, и как мне, правда, очень стыдно, потому что вещь очень знакома, вернее, известна. Это великий мировой шлягер. К сожалению, так получилось, что я не особо с ним успела познакомиться. И вот Армен Мирабов мне предложил один раз на джаз-парке. Он как-то сказал, давай мы с тобой попробуем вот эту красивую песню. Вы знаете, потрясающее произведение. И теперь мы всегда его поем вместе. Большое ему за это спасибо. Просто, правда, величайший музыкант, я его обожаю. Он искренний в своей музыке. Добрый человек. Thank you.
Кажется, концерт «Лина» народ хочет курить, и его в этом принять трудно.
законы природы конфликтуют с законами Российской Федерации. Сказала даже больше. Итак, друзья, следующая песня называется, пока Катюша, даем минуту передохнуть, буквально секунду даже не сказала. Песня называется «Коперникус». Эту песню написала американская полька или польская американка, уже непонятно, потому что она выросла в Польше и потом улетела в Америку покорять и покорила таки. Ее зовут Бася, с непроизносимой фамилией Тржет-Ржалевска. И она написала песню, которая называется «Коперникус». В этой песне говорится о том, что неважно, где мы с вами родились, и в какой точке мира мы будем сейчас мы с вами абсолютно одинаковые. У нас одинаково болит, мы одинаково радуемся. И вообще все хорошо. Вообще мы радуемся. Радуемся. «Коперникус». Oh,
Большое вам всем спасибо. Сейчас прозвучит заключительная песня. Очень нами всеми любимая, всеми, кто был сегодня на этом концерте, кто участвовал, кто пел со мной здесь, кто пришел, кто пожертвовал своим временем ради этого концерта. Огромное всем спасибо. Всем повезло, как не волнуйся. Я же правда говорю, всем повезло, что все здесь. Силы такие даны, и чувства пробуждают в нас души спасти, и разум осветляет, лишая тоски, и нет суда над поиском, только живи, ведь нет суда над нами. Нет суда. Автор русского текста Мариам Мирабова. Me faz soltar o que não tem.